К наступлению холодов готовы. Для зимнего содержания дорог в Самаре подготовлены порядка 200 машин. Также город заключил контракты с подрядными организациями для привлечения дополнительной техники. Запасаются и противогололедными средствами. На весь зимний сезон понадобится порядка 18 тысяч тонн бионорда и 9 тысяч тонн песка и соли. Пока в запасе имеется только часть необходимого объема. Точно, что сейчас этого недостаточно, и точно нужно понимать, какое количество соли мы должны заготовить. А это порядка, наверное, 700-800 килограмм, да, тысяч, я имею в виду, либо и песок. Если мы 10% берем, то 1000 тонн, так? А по факту мы в любом случае делаем, наверное, процент соли в песке больше, поэтому и другая должна быть картина. Для вывоза снега готовят 5 площадок. Особое внимание в зимний период своевременной очистки кровель. Бригады для этой работы сформированы. Сформировано 423 бригады, в том числе 178 бригад для здания социальной сферы. На еженедельном совещании обсудили и подключение отопления. По информации Департамента городского хозяйства и экологии, батареи прогрелись практически в 100% домов. Остаются без тепла порядка 200 зданий. Их должны подключить в ближайшие сутки. Для организации работ по устранению технологических нарушений, которые возникают при пуске тепла, организованы дополнительные силы непосредственно администрации города. 66 бригад, 110 единиц техники. В том числе по ПТС 30 бригад, 90 единиц техники. В Самаре уже начала работу круглосуточная горячая линия по вопросам отопления, куда могут обращаться жители. Телефоны вы видите на экране. Более подробную информацию и номера телефонов можно найти на сайте городской администрации. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.